Всем привет! 484-я серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 21 декабря. С русской озвучкой эту серию можно будет посмотреть через день. Если вы хотите, чтобы Яман и Нана признались друг другу в своих чувствах, ставьте лайк, чтобы видеть, сколько нас. Нана собирается покинуть особняк и вернуться на свою родину. Но в душе она хочет остаться и ждет, пока Яман предложит ей это сделать. Яман тоже хочет, чтобы она осталась с ним, но боится в этом признаться. Он и Юсуф уже сильно привязались к Нане, и им хорошо вместе. Поэтому с уверенностью можно сказать, что Нана никуда не уедет. Также ходит слух, что Недим может стать новым врагом Ямана и положить глаз на Нану. Тогда их совместное будущее будет под угрозой. Карай снова хочет заполучить Айше, и этот факт сильно злит Хирита. Сколько еще нужно времени, чтобы Айше наконец-то простила его и они помирились? Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.